This morning we are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 4. Сегодня утром мы будем читать из Шримад Бхагаватам песнь четвертую. Chapter 24. Глава 24. Text 35. Текст 35. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Sankarshanaya Sukshmaya Durantayantakaya cha Durantayantakaya cha Namo Vishva Prabodaya Pradyumnayantar Atmani Sankarshanaya Sukhmaya Sankarshanaya Sukhmaya Durantayantakayacha Namo Vishva Prabodaya Pradyumnayantar Atmani Sankarshanaya Sukshmaya Durantayantakayacha Namo Vishva Prabodaya Pradyumnayantar Atmani Vaishnavis. Sankarshanaya Sukshmaya
Санкаршаная, тому, кто управляет процессами интеграции. Сукшмая, тонким непроявленным материальным элементом. Дурантая, непревзойденному. Антакая, тому, кто управляет процессами распада. Тя, также. Намага, поклоны. Вишва прабодхая, тому, кто управляет процессом развития Вселенной. Прадьюмная, Господу Прадьюмне. Антахатмане, сверхдуше, пребывающий в сердце каждого. Перевод. О мой Господь, Ты источник тонких материальных элементов, Божество по имени Санкаршана, управляющее всеми процессами интеграции и распада. И Ты же, Господь Прадьюмна, повелитель разума. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Комментарий по Божественной милости Шишимад Бхачаранаравинда Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Вся Вселенная существует, поддерживаемая связующей энергией Верховного Господа, которого в этой роли называют Санкаршаной. Ученые-материалисты открыли закон всемирного тяготения, который управляет интеграционными процессами в пределах материальной энергии. Но тот, кто стоит за всеми процессами интеграции, способен уничтожить космическое мироздание всепожирающим пламенем, вырывающимся из его рта. Об этом рассказывается в 11 главе Бхагавадгиты, где описана вселенская форма Господа. Тот, кто управляет процессами интеграции, способен также своей дезинтегрирующей энергией разрушить весь материальный мир. Санкаршана управляет процессами интеграции и распада, а Прадьюмна, другая экспансия Господа Васудевы, отвечает за развитие и сохранение Вселенной. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «сукшмая», которое указывает на то, что внутри грубого материального тела находятся тонкие материальные тела – ум, разум и эго. Господь в своих различных экспансиях Васудева, Анируды, Прадьюмны и Санкаршаны поддерживает существование как грубых, так и тонких материальных элементов, из которых состоит этот мир. Как сказано в Бхагавадгите, к грубым материальным элементам относятся земля, вода, огонь, воздух и эфир, а к тонким – ум, разум и эго. Все они находятся под властью Верховного Господа в образе Его экспансии – Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи. Более подробно это объясняется в следующем стихе. Амагья Дамидандасья Диранджана Салакая Чаксура Милитам Йена Тасмай Шри Гурве Шри Чайтанья Манобистам Стапитам Йена Бхутале Svayam rupa gadamayam dadati svabhidantikam Vanchakalpachilubhishya kripasindhubhayevacha Patitananam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Hare Krishna, Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, in this verse, we are seeing how Krishna is the source of all existence. В этом стихе можем
видеть, что Кришна является источником всего существования. In the Bhagavad Gita 7.7, it is also, Krishna is also making the same point. В Бхагавад-гите 7.7 Кришна говорит то же самое. That there is no truth superior to me. Everything rests on me as pearls are strung on a thread. Он говорит, что нет истины превыше меня, и все в этом мире покоится на мне точно так же, как жемчужины, нанизанные на нить. In 7.7 he also says that the whole everything I am the seed giving father of all existence. И он также говорит, что он является семенем, который отцом, дающим семя всего, что существует. So this is one aspect to understand the greatness of Krishna. И это лишь один из аспектов, которые помогают нам понять величие Кришны. We may not understand Krishna himself. Это мы, может быть, не понимаем самого Кришну. But we can to some extent understand his creation. Но мы можем, по крайней мере, до какой-то степени понять его творение. But even that, some parts of Krishna's creation is inconceivable. Но даже это, некоторые части этого творения Кришны совершенно непостижимы. And we just cannot understand. И мы просто не можем их понять. Just to give a few examples. Просто можно привести несколько примеров. The sun has been burning for billions of years. Солнце, к примеру, горит в течение уже миллиардов лет. It's been burning for billions of years. Оно горит в течение миллионов, миллиардов лет. And you'd think that somewhere, at least along the line, it would get smaller and smaller. И мы можем подумать, что где-то оно должно в конце концов становиться все меньше и меньше. But it doesn't get smaller. Однако оно не становится меньше. Usually, when something is on fire, it will turn eventually into ashes. У нас есть опыт того, что если что-то горит, то оно постепенно превращается в пепел. But the sun does not do that. Однако с солнцем этого не происходит. It remains the same. Оно остается все тем же. It doesn't change. Оно не изменяется. Ever thought of that? Have you ever thought of that? Вы когда-нибудь то есть, наблюдали за этим? Думали об этом? We see the sun every day, but do we understand actually its greatness? Мы видим солнце каждый день, но понимаем ли мы его величие? And the Earth planet, it's just floating in space. Также планета Земля, она просто плавает в космосе. What is the heaviest thing in the world? Что, какая вещь самая тяжелая в мире? Who can say? Кто может сказать? Кришна спит. Фуд. Yeah. But in the material world, нет, в материальном мире. And, on the planet Earth, what is the heaviest? И на планете Земля, что является самым тяжелым? Ocean. Yes. Krishna says, of bodies of water, I am the ocean. Да, Кришна говорит, что среди водоемов я океан. Yeah, water is very heavy. Вода очень тяжелая.
And at least 2/3 of the planet is made up of water. И по крайней мере три четверти этой планеты они созданы из воды. And it's just floating in space. И все это просто плавает в воздухе. That's inconceivably great. И это непостижимое величие. What else is inconceivably great? Что еще является таким непостижимым величественным? Can anyone say? Кто-то может сказать? What is the source of all colors, for example, in flowers, birds, everything? What is the source of colors, of all these different colors? Varieties of, yeah. Yes. And one thing that I was thinking of was a tree. But a tree, but inside the seed of a tree, there is a tree. That's it. Like I was mentioning yesterday, a banyan tree is so big, yet the seed is so small you can hardly see it, but within that seed there exists another banyan tree. Да, это так. И другая вещь, о которой я думал, это семена деревьев. Как вчера мы упоминали дерево баньян. Это огромное дерево, но семечко баньянного дерева, его, оно очень маленькое, его даже трудно иногда увидеть, но в этом маленьком семечке находится огромное дерево баньян. You were going to say something, Prabhu? Собирался что-то сказать? One conceivable thing is that I can understand that there is no enjoyment in this material world, but still I'm attracted to the enjoyments. That's inconceivably great, isn't it? Да, это непостижимое величие. And what was the one? Don't put it up. Just leave it as it is. Оставьте так, как есть. What was the one that Yudhisthira inquired about? А что было удивительное, о чем спросил Махарадж Юдхиштхира? He was asking, what is the most amazing thing in the world? Его спросили, что самое удивительное, какая самая удивительная вещь в этом мире? Yes. Despite the fact that we can see that everybody is dying, still one thinks that he will live forever. He will not die, yes. So, and at the same time, here are these scientists and so-called, you know, what do you want to call them? Well, they're demons. They're trying to speculate their way through life. И тем не менее, различные так называемые ученые и демоны, они тем не менее измышляют в отношении того, что такое жизнь. Prabhupada said, missing link. The only missing link is my boot in your face. И Шрила Прабхупада, он говорил, что единственное недостающее звено, которого не хватает этим ученым, чтобы все соединилось вместе, это моя стопа в их лице.
Yeah. One devotee came into Prabhupada's room. For some reason, he had a newspaper under his arm. He had a newspaper. And Prabhupada saw the newspaper and he said, "So what is the news?" Однажды один преданный зашел в комнату к Шриле Прабхупаде, и как-то так случилось, что у него под мышкой была газета. И Шрила Прабхупада, он посмотрел на этого преданного и сказал, ну как, какие новости? He said, "What are the rascals saying today?" И он спросил, что эти мошенники сегодня говорят? And he made this analogy, well, not analogy, but his conclusion of the daily newspaper is that after it's read, it's thrown in the garbage bin. Он привел какую-то аналогию, но в конце концов он сделал вывод, что когда человек прочитал газету, то в конце концов он просто выбрасывает ее в мусорный ящик. That is the value of daily newspaper. Вот такова ценность ежедневной газеты. But if someone purchases a Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, they may read just one line and they will relish the book for the rest of their life. They will keep the book. Но если человек приобретет Бхагавад Гиту, то просто прочитав одну строку, человек оставит эту книгу на всю свою жизнь себе. And in one conversation, Prabhupada was, talking about, the scientists producing life. В одном из разговоров Шрила Прабхупада упоминал о том, как ученые они хвалятся тем, что они смогут когда-то произвести жизнь. And he mentioned how that millions of living entities are appearing into this world at every moment, and therefore, what would be your credit if you created life, one soul in this world? What would be your credit? И Шрила Прабхупада, он говорил на это, что каждое мгновение миллионы живых существ появляются на свет. И если вы вдруг сможете создать одну жизнь, то в чем же ваша заслуга? He said this is it's simply an imitation of a dog barking. И он сказал, это просто имитация лая собачьего лая. The dog is already barking. Собака уже лает. The real dog is already barking. Настоящая собака, она уже лает. But here are these scientists and speculators. People pay a lot of money to hear them bark, but it's simply an imitation bark. It is already there. Но вот здесь эти ученые, которым люди платят огромные деньги просто за то, чтобы они тоже лаяли. Но на самом деле вот есть собака, которая уже это делает. They bark and everyone claps. Oh, you are such a wonderful dog barking. И когда ученый он произведет этот лай, то все начнут ему хлопать и говорить, о, такая замечательная собака. И затем после этого они дают ему Нобелевскую премию. Ты так хорошо здесь лаял, мы даем тебе за это Нобелевскую премию. So one disciple said, "They should give the Nobel Prize to Krishna, Prabhupada." И один из учеников он сказал, они должны дать Нобелевскую премию Кришне, Прабхупада.
Yes, Prabhupada said we must give Krishna credit. If you don't give Krishna the credit, then what is your existence? Да, сказал Шрила Прабхупада, мы должны отдавать все заслуги Кришне, иначе если мы не делаем этого, то тогда каков смысл в нашем существовании? And one disciple said, they should give you the Nobel Prize, Prabhupada. Один из учеников сказал, они должны также и вам дать Нобелевскую премию, Шрила Прабхупада. You have saved the world. Вы спасли мир. From lies. От всех этих лаев собак. And Prabhupada said, "No, no, no. They will never give me the Nobel Prize." И Шрила Прабхупада сказал, "Нет, нет, нет. Они мне никогда не дадут Нобелевскую премию." I am just an ordinary dog. Потому что я просто обычная собака. They will only give Nobel Prize to the imitation dog. Они не дадут. Они будут давать Нобелевские премии только лишь имитациям, то есть ну, копиям собак. Шрила Прабхупада ки. And sometimes people ask me, out of all the things that you noticed about Prabhupada, what sticks out in your mind mostly of Prabhupada's achievement? Иногда люди спрашивают меня, что из достижений Шрилы Прабхупады больше всего остается в вашем уме. For some reason I'm looking over here, watching all this cutting going on. Так или иначе, я смотрю вот в эту сторону, где происходит резка овощей. Usually I'm looking around all over. Обычно. For some reason here I'm looking at the cutting. Обычно я смотрю по сторонам везде, но здесь я почему-то смотрю вот только на вас. All glories to the cutters. Все слава резчикам. I'll try to look over this way. Я буду пытаться смотреть в другую сторону. So what was I saying? Итак, что я говорил? You were saying about what about the achievements of Шрила Прабхупады? Oh yeah. Well, because he told the truth. Потому что он, то есть его достижение, которое меня впечатляет, это то, что он говорил истину. In fact, he was the only one who told the truth. На самом деле он был единственным, кто сказал истину. He was Krishna's ambassador for the whole world. Он был послом Кришны для всего этого мира. And gave Krishna all credit. И он отдавал все заслуги Кришне. You know that story? The king has no clothes. Вы знаете эту историю о царе, у которого не было одежды? You know that story? Знаете? Some of you have heard. Некоторые слышали. Who hasn't heard this story? Кто не слышал эту историю? Okay, well I'll briefly tell it. Я кратко расскажу. One day a tailor came to see the king. He said, "My dear king, I want to make you some new clothes." Однажды один портной пришел к царю и сказал: "О царь, я хочу пошить для вас новую одежду." And these clothes will be the best you've ever had. И эта одежда будет самой лучшей, которую ты когда-либо носил. Anyone who does not appreciate these clothes will be less intelligent. И человек, любой, кто не сможет оценить эту одежду, он, у него просто будет, это будет означать, что у него не достает разума. So the king agreed, okay, I'm intrigued. Make me these clothes. И тогда царь, он согласился, да, сделай для меня, пошей для меня эту одежду. And the word got around to all the citizens that one tailor has come. And he's making the king some very special clothes. И повсюду стали расходиться слухи о том, что какой-то удивительный портной пришел к царю, и он делает, шьет для царя какую-то совершенно особую одежду. And they understood that anyone who didn't appreciate, they weren't very intelligent. И они также узнали о том, что тот, кто не сможет оценить эту его новую одежду, у него
это будет признаком недостатка его разума. И когда портной завершил пошив этой одежды, он представил ее царю. And although there was no clothes really, the king didn't want to seem to be a fool or stupid, so he accepted those clothes. И хотя на самом деле там одежды-то и не было вообще-то, но царь, чтобы не показать, что он глупец, он принял этот дар. And the king was thinking, well, let me show all the citizens my new clothes. И тогда царь подумал, ну что ж, теперь настал черед, чтобы я показал всем жителям страны свою новую одежду. So he went out. И он вышел. And all the citizens were looking at the king. И все граждане страны, они смотрели на царя. Wow, look at those new clothes the king has. О, здорово, посмотрите только на эту новую одежду, которую носит царь. And they were all glorifying him. И они все прославляли его. How wonderful. Как удивительно. But then suddenly one little boy from the crowd. Но затем неожиданно один маленький мальчик из толпы. He shouted out loudly. Он громко закричал. The king has no clothes on. Но у царя нет одежды, он без одежды. And everyone looked. Who? The little boy? He said the king has no clothes. О, тут и все стали оглядываться и говорить: о, этот маленький мальчик говорит, что у царя нет одежды. How can we not listen to him? He's a little boy, innocent boy. Why should he tell lies? Как же мы можем не прислушаться к мнению маленького мальчика? Он же совершенно невинный. Он не может говорить ложь. And then the word started spreading around that the king has no clothes. И затем этот слух стал распространяться повсюду, что у царя этой одежды нет. So then the truth came out. И так эта истина проявилась. So this is a nice story because it illustrates exactly what's happening in the materialistic society that day after day after day after year after year after year, lifetime, lifetime after lifetime, there's all these lies that are being told to us. И эта история, она очень замечательным образом иллюстрирует то, что происходит в этом мире, потому что здесь мы окружены ложью, которую и различными видами лжи, которые постоянно вокруг нас, и их произносят жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. From a simple carton of juice, where it says 100% pure, to the landing on the moon, it's all lies. Sorry, from the carton of juice, which says 100% pure, to the landing on the moon, it's all lies. Начиная с упаковки с соком, на котором написано 100% сок, и до вплоть до приземления на Луну, все это сплошная ложь. You have seen on the carton of juice 100% pure. Вы видели эти упаковки с соком? На них написано 100% чистый сок. If I was allowed to rewrite a package, I would say 100% rubbish. Если бы мне позволили переписать запись, ну, надпись на этой упаковке, я бы написал 100% мусор. Perhaps there's 2% juice in there. Может быть, там 2% сока. He was
going through one place in the south of Ukraine, in Odessa. There is a very big and famous factory which produces juices for children, and it is famous for very quality juices. And there is no anything which there besides some bowls with concentrate, and only thing they do, they just put some water and. I thought he was going to say, not our Ukrainian juice. Я думал, что вы будете возражать и скажете, что нет, нет, вы не правы. Украинские соки не такие. I was expecting to get chastised. Я ожидал, что меня сейчас отчитают. Anyone can translate faster? Кто-то может быстрее перевести? Quickly. I can translate in faster. Short. confirms that it's all rubbish actually. It was just invented, this saying that 100%. Yes, rubbish. Да, правильно. Там просто мусор. And we have to tell the world that. И мы должны сказать об этом всему миру. That is the whole point of our Sankirtan mission. И в этом смысл миссии Санкиртаны. To tell the world that they're telling us lies, lies after lies after lies after lies. Сказать миру о том, что они говорят нам ложь постоянно. It says in the Srimad Bhagavatam that Mother Earth, she can take any amount of weight. You know, all these buildings in the big towns, you know, there's so many creations of man, and she can take all this weight, but the one thing she cannot take is lies. Мать-Земля, она может выдерживать огромное количество груза на себе, но, и она выдерживает океаны, и горы и так далее, но и единственная вещь, которую она не может выдержать, это ложь или лжеца. When Prabhupada was watching on the television the men so-called landing on the moon, he suddenly said to the disciples, "No, they have not landed on the moon." Однажды Шрила Прабхупада, когда он видел, как по телевизору показывали приземление на Луну, он сказал ученику, что нет, на самом деле они не приземлялись на Луну. And one disciple said, Prabhupada, it's right there on the television. Но один из учеников, он сказал Шриле Прабхупаде, Прабхупада, но это вот здесь же, прямо по телевизору сейчас показывают. He said, people are watching this all over the world. И люди смотрят на это по всему миру. Prabhupada said, they have not landed on the moon. Шрила Прабхупада сказал, нет, они не приземлялись на Луну. And this disciple, he kept arguing. And eventually he actually left our movement just because of that statement that Prabhupada made. И этот ученик, он не мог принять это, он продолжал возражать, и постепенно, в конце концов, он оставил наше движение просто из одного этого утверждения Шрилы Прабхупады.
Nowadays so many people say it's a hoax. Но сейчас уже огромное количество людей утверждают, что все это были просто выдумка, все это был обман. It took them many years to figure it out. Но чтобы понять это, им потребовалось много лет. But Prabhupada immediately took his knowledge from the Srimad Bhagavatam. They have not landed on the moon. Но Шрила Прабхупада немедленно, основываясь на своем знании, полученном из Бхагаватам, он сразу же сделал вывод, что они не приземлялись на Луну. So, don't tell your mother that, though. Don't preach to your mother or daddy. Однако, ну, не проповедуйте об этом своим родителям, своей маме. You know, there's some people that just cannot hear the truth. Потому что есть люди, которые просто не могут слушать правду. And especially when it comes to something like this, you know, something that mostly everyone accepts it. And if you go along and say, "Mommy, they didn't land on the moon." И потому что многие люди, они не способны слушать, и в особенности они не способны слушать правду о том, что большинство людей принимают за истину, например, в отношении приземления на Луну. Если вы вдруг начнете говорить своей маме: «Мама, они не приземлялись на Луну». In fact, you shouldn't preach to mommy at all. На самом деле вы не должны проповедовать своей маме вообще. Unless she wants to hear. До тех пор, пока она сама не захочет слушать. But I remember I was doing one Namahat program in England once, and yeah, she was one parent was there, and after the class she said, "Can I speak to you for 5 minutes?" Однажды на одной программе в Англии там присутствовали родители, и после программы женщина подошла ко мне и сказала: «Можно я с вами поговорю несколько минут?» So I said yes, and she explained that, you know, her son has just started to practice Krishna consciousness, and she doesn't mind, but he says some strange things. И она сказала, что ее сын, он только начал практиковать сознание Кришны, и она не против, в принципе, но единственное, что ее беспокоит, это то, что он вдруг начал говорить какие-то странные вещи. So she told me that some of the things that he would say to her. И она рассказала мне несколько из тех вещей, которые он ей сказал. And they were the most contradictive statements that Prabhupada has mentioned. И это были одни из самых противоречивых утверждений, которые Шрила Прабхупада произносил когда-то. And he also keeps his light on overnight when he sleeps. И он также держит свет включенным ночью, когда он спит. And when I asked him, "Why do you keep your light on at night?" И когда я его спросила, почему ты держишь свет включенным ночью? To keep the ghosts away. И он мне объяснил, что для того, чтобы туда привидения не приближались. So I said, "Can you excuse me for 1 minute?" И я тогда сказал: "Можно я на 1 минуту отлучусь?" So I went into the other room. Я ушел в другую комнату, where this parent's son was. Где как раз находился сын этих родителей. I picked him up. Я поднял его вот так вот за шкирку. Pinned him against the wall. Прижал его к стене. Slap, 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 slap. You fool. What are you doing? И затем поставил его назад на землю и сказал: "Ты глупец, что ты делаешь?" So then I went back to the mother. I said, "Oh, he'll be all right now." И я потом вернулся к маме и сказал: "Ничего, он теперь будет в порядке."
So anyway, the truth has to come out. Так или иначе, да, истина должна быть доступной, то есть мы должны ее провозглашать. We have to apply some good intelligence. Но мы должны, тем не менее, применять разум. And take it step by step. И the whole world one day will know the absolute truth. The whole world will know. То есть то есть для того, чтобы истину, для того, чтобы мир узнал абсолютную истину, мы должны подавать ее шаг за шагом. Bhaktisiddhanta said, those who start a sentence with "I think," they should finish their sentence in the cupboard or behind the door somewhere. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он говорил, что если кто-то начинает свое утверждение со слов «я думаю», то тогда заканчивать свое утверждение он должен где-то за дверью уже. Because we don't really care. We don't care what people think. Потому что на самом деле нас не волнует, что там люди думают. We only want to hear what Krishna says. Мы хотим слушать о том, что говорит Кришна. This is a descending knowledge. Это нисходящее знание. Knowledge coming from Krishna. Знание, которое приходит от Кришны. So the devotees of Sthita Dhira Muni, they have given up and exhausted all their attempts to speculate in life. Преданные являются Sthita Dhira Muni, и они уже устали от всех этих людей, которые полны всякими измышлениями. Prabhupada explained that munis, they have to say something different than the previous muni who spoke. Otherwise, they're not real munis. Шрила Прабхупада говорил о определении муни, что муни означает тот, кто должен говорить нечто отличное от мнения других, иначе они не являются муни. And it's the same with these people that get Nobel prizes. They will say something and get a Nobel prize, and then the next year someone will say the complete opposite, and they will get the Nobel prize. И это то же самое, что происходит с этими людьми, которые получают все эти Нобелевские премии. Они говорят какое-то, делают какое-то утверждение, они получают за него Нобелевскую премию. И потом на следующий год кто-то другой говорит совершенно противоположное, и они дают ему также Нобелевскую премию. And we in ISKCON, we also have to be careful. I've already noticed some speculation going on in ISKCON. И здесь, в нашей организации ISKCON, мы также должны быть несколько осторожны, потому что я уже заметил, что столько различных измышлений можно услышать. I just came from Siberia. Я приехал из Сибири сейчас. A nice devotees. Там хорошие преданные. I was at the Altar Festival and the Irkutsk Festival. Я был на фестивале в Алтае и в Иркутске. Nice festivals. Хорошие очень фестивали. But. Но. The men were not wearing sikhas. Мужчины, они не носят шик вообще. They had a shaved head. У них полностью выбритые головы. The majority of them had shaved heads. Большинство из них, они просто полностью выбривают голову. But no sikha. Ну, никаких шик. They look like Buddhists. И все они выглядят как буддисты просто. I was wondering if I came to the right festival. Я даже сначала удивился, приехал ли я на тот фестиваль, на который надо. You got sick? Small. Yes, even if it's a small one like that, it doesn't have to be big. Даже если это маленькая шика, она не должна быть большой. Не обязательно. A sika represents very important symbol, the sika.
Но шика, она представляет очень важный принцип. That, okay, we will renounce the world. We don't need anything for ourselves. Да, мы отрекаемся от этого мира. Нам ничто здесь не нужно для себя. But we will offer everything to Krishna. Но мы предложим все Кришне. Харибол. This is a symbol of Yukta Vairagya. Это признак Юкта Вайраги. We don't need anything. Мы не нуждаемся ни в чем. But if Krishna gives, we will use it in His service. Но если Кришна дает, то мы будем использовать это для Его, для служения Ему. And where we want everything. И для этого мы хотим все. We'll take over the world. Мы примем весь мир. We want all the palaces. All the palaces. Мы получим все дворцы. You have a palace here? Yes. We want. Мы хотим получить все дворцы, которые здесь есть. For Krishna. Для Кришны. National libraries. Национальные библиотеки. We want all of them. Мы все хотим получить. One time Prabhupada was in the airport in Los Angeles and there was one car waiting outside to take him to the temple. Big Cadillac car. Однажды Шрила Прабхупада, он приехал, прилетел в Лос-Анджелес, и у аэропорта его ждала большая машина, Кадиллак. One reporter is being very critical. И один журналист, он был очень критически настроен. Why you have a big fancy car outside waiting for you? Почему это вас тут ждет такая дорогая машина? So Prabhupada said, Krishna deserves better than that. Ну, Шрила Прабхупада сказал, на самом деле Кришна заслуживает гораздо лучшей машины, чем это. But because this is all you have to offer, I will use it in Krishna's service. Но поскольку это все, что вы можете, все, на что вы способны мне предложить, мы будем использовать это. Srila Prabhupada ki. Jai. What a wonderful reply. Какой удивительный ответ. There's nothing in this world that can succeed the opulence of the spiritual world. В этом мире нет ничего, что могло бы превзойти богатство и роскошь духовного мира. Krishna says, any opulence is just a spark of my splendor. Кришна говорит, что все богатство, великолепие, которое вы видите в этом мире, это всего лишь искра моего великолепия. He doesn't need our offerings. Ему на самом деле не нужны, он не нуждается в наших подношениях. Radharani is cooking for him every day. Шримати Радарани готовит для него каждый день. Correct? Правильно? Правда? And why are we doing it? Почему же мы делаем это? Just to satisfy him. He's already satisfied. Но он уже удовлетворен. А? Yes, it's an opportunity to express our love and devotion to Krishna. Да, правильно. Это возможность для нас выразить, проявить таким образом свою любовь к Кришне. One Gaur Purnima, there was 108 preparations, and one disciple asked Prabhupada, which is Lord Chaitanya's favorite? Однажды на праздновании Гаур Пурнимы Господу Чайтанье поднесли 108 блюд, и один из учеников спросил у Шрилы Прабхупады, какое из блюд является любимым для Господа Чайтанье. И преданные, которые были там, присутствовали, они ожидали, что Шрила Прабхупада, он ответит шак или что-нибудь еще в таком духе. Prabhupada said, "Love and devotion. That's the best preparation." Но Шрила Прабхупада ответил: "Любовь и преданность — это лучшее блюдо." So, just like you were just cutting up your vegetables, and I was so attracted to your love and devotion,
in cutting up your vegetables, I was. Точно так же, как вы здесь, вы резали эти овощи, и меня так привлекла та любовь и преданность, которой вы делали это. So I was like... И поэтому я смотрел вот так вот. Trying to concentrate on my class. Пытаясь одновременно сосредоточиться на лекции, которую я читаю. Imagine how Krishna is pleased. Я, можете себе представить, насколько удовлетворен Кришна? He's looking down. Oh, look at my devotees. Он смотрит оттуда, сверху, и думает, только посмотрите на моих преданных. Devotional service is independent. The holy name is independent. It's not different than Krishna. Святое имя и преданное служение, они все независимы. So Krishna's watching and he's observing. And okay, you may be putting your effort, but are you putting some love and devotion into it? И Кришна, он наблюдает за тем, что мы делаем, и он смотрит. Да, ну хорошо, ты прилагаешь какие-то усилия, но вкладываешь ли ты туда свою любовь и преданность? That's what he's waiting for. И это то, что он, чего он ожидает. He steals everything. Он крадет все. Krishna is the best of all thieves. Кришна является лучшим среди всех воров. But he doesn't just steal butter. Но он не крадет просто лишь масло. Or the gopis' clothes. Или же одежду гопи. But he steals from us everything. Но он крадет у нас все. And ultimately he wants to steal our hearts. И в конечном итоге он хочет украсть наши сердца. And then when we stole our hearts, we steal his heart too. И в тот момент, когда он украдет наше сердце, мы украдем его также сердце. Then there's a competition between the devotee and Krishna. И таким образом происходит соревнование между преданным и Кришной. Who can steal? Who can serve each other the best? Кто способен служить друг другу лучшим образом? So this is the essence of Krishna consciousness. И в этом суть сознания Кришны. Hare Krishna. Hare Krishna. One question and then we'll see. Один вопрос. Burning question. Жгучий вопрос. Sorry. Can you repeat the last sentence? Can you remind me what I said? Nor did I. Я также. Вот даже просит, чтобы он повторил последнее предложение, которое он сказал. I'll try to think of it. What was your question? Какой у вас вопрос? It is said that in Kali Yuga the only thing that it is still there is truthfulness. But if everyone is lying, then where is the truthfulness? Good question. Хороший вопрос. Well, I think here we're talking mainly of the leaders and the scientists and the economists and the one of the biggest companies in the world is the medication company. What do you call it? Okay. Anyway, the ones that give medication, they pharmacies. Мы в основном то, о чем я говорил, мы говорили о лидерах общества, о каких-то компаниях больших, о
экономистах, ученых, о фармацевтах. Pharmaceutical companies. Yeah, lies, lies, lies. Да, они все производят ложь. Leaders, what does it matter, one leader or another leader, unless they're Krishna conscious? Cannot trust them. Лидеры, что можно вообще говорить о них, если то есть какая разница? Они все не сознают Кришну, поэтому какая разница, один лидер или другой? A scientist, eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. Ученый, который говорит, что просто ешь, пей, женись, наслаждайся, и завтра ты умрешь. And the pharmaceutical companies. И все эти фармацевтические компании. Most of their medicines actually give you cancer. Большинство из лекарств, которые они производят, на самом деле приносят человеку лишь рак. So these big, big companies and leaders and scientists, these are the worst. И поэтому все эти большие корпорации, ученые, лидеры, все они являются худшим. But there are individuals that are truthful. Что сейчас есть. Но есть индивидуальности, люди, которые правдивы. It's a minority, but there are some. Может быть, не большинство, но есть люди, которые правдивы. But Krishna consciousness is the most truth, is most truthful. Но сознание Кришны, truth and is most truth. Но это является наиболее истинным. Это суть всей истины. So, just like there are pseudo spiritual groups, so they're presenting the truth. But what supersedes their truth is Krishna consciousness. Есть много так называемых духовных различных групп, каких-то организаций, и они представляют какую-то истину, но истинное сознание Кришны превосходит все эти частные истины, которые они представляют. Okay. Srila Prabhupada ki Shri Gauranitai ki Tai Gaura Premanandi. Shimandirashanta Prabhu ki Jai.